Привет-привет! Я сейчас нахожусь в этом прекрасном месте. Это Стокгольм, у себя в отпуске от своей работы. И как раз хотела вам с вами поделиться вообще, где я работаю. Сейчас я работаю в компании BCG. Это стратегический консалтинг. Мы там создаем продукты, проектируем продукты и очень много исследуем наших клиентов. До этого я работала в Сбербанке, в компании Kiwi. Там я работала среди продуктов команд вместе с ребятами. И мы вот в этом таком едином, можно сказать, экстазе создавали продукты, которыми пользовались миллионы. Это на самом деле очень классное чувство, и хотелось бы тоже с вами им поделиться. Поэтому мы и создали этот курс по UX, который сейчас проходит, в котором вы от начала до конца будете создавать продукт. Вы сначала будете исследовать вашего клиента, потом на основе того, что вы исследовали, что вы узнали, вы будете проектировать интерфейс, и только в конце вы уже будете накладывать какую-то красоту на этот интерфейс, которым смогут пользоваться люди, это будет здорово и удобно. И чтобы вот все ваши работы получались такие, и в будущем ваш работодатель был счастлив и прекрасен, как раз и создал этот курс. И про работодателей. Очень здорово, что ребята из школы, они подготовили, на самом деле, для вас уже какое-то количество заказов, там чуть ли не 150 заказчиков. И как раз после курса вы сможете попробовать, так сказать, руками, получилось ли у вас стать крутым дизайнером. Вот, так что буду ждать вас на втором потоке и буду рада с вами поработать.